здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Weekend Navigator, в котором мы рассказываем, как интересно и весело провести грядущие выходные. Запоминайте, а еще лучше записывайте. Традиционно начнем со спортивных мероприятий. В субботу, 22 декабря, на улице Кузнецова пройдут соревнования по классическому жиму лежа. Это соревнования по пауэрлифтингу, и начинаются они в 10:00. В этот же день в Кохме, в спортивном зале Дома культуры, будут проходить соревнования по дзюдо. Участвуют мальчики и девочки 2010 года рождения. Начало также в 10. Еще три спортивных мероприятия запланированы на воскресенье. Одно из них будет проходить на улице. В деревне Песочнево Ивановского района пройдут соревнования по лыжному ориентированию. Еще одно мероприятие запланировано в Шуе. В 10:00 там будут проходить состязания по гиревому спорту. Это будет открытое первенство, и принять участие смогут все желающие. А в центре «Форвард» в городе Иваново будут проходить соревнования по киокушинкан карате. Начало в 10:00. А о других спортивных, развлекательных и интересных мероприятиях мы расскажем подробнее. Что может создать новогоднее настроение лучше, чем добрая сказка со счастливым концом? Безусловно, ничего. Поэтому добро пожаловать в цирк на новое шоу «Бабкин Ёшкин Новый год». Его привезли в наш город столичные циркачи. Вместе с артистами к нам приехали и лесные звери, волки и медведи. Люди перерождаются в медведей, как говорят. И на самом деле с ними намного проще, чем с людьми работать. Но, по крайней мере, они приходят к нам совершенно маленькими щенками. Мы их выкармливаем из сосок. Носимся с ними как с младенцами, и после этого мы начинаем общаться абсолютно как с детьми, потом уже с подрощенными детьми, а потом уже как с родными, взрослыми созданиями, людьми, они абсолютно понимают русский язык. Зрители удивят точные трюки акробатов и батутистов. Для ивановских зрителей артисты выступают с дебютным номером «Аэростат», тренировки для которого шли около 2 лет. Воздушный полет журавли вообще всегда ставился отдельно от жанра flying trapeze. То есть flying trapeze – это воздушный полет на английском. Вот всегда воздушный полет журавли, он стоял как бы в отдельной касте, потому что у нас, помимо того, что люди исполняют тяжелые трюки, у нас есть пластика, хореография. То есть можно сказать, что мы не воздушный полет, а воздушный балет. Вместо традиционных коверных на арене выступают бабки-ёшки. Они главные персонажи новогодней сказки. Зрители и удивят, и рассмешат, и точно порадуют. Впечатления очень здоровские, правда. Сказка устроена детям. Понравилось все. Не может ничего не понравиться, потому что животных их много. Животные все красивые, ухоженные. Ну, сказка настоящая для детей. 22 декабря в Иванове пройдет городской турнир по спортивному «Что, где, когда» на Кубок МТС. Но это будет еще не сама борьба за кубок, а это будет предварительный этап, то есть отбор в финал. Мы решили для сохранения интриги сделать в этот раз турнир в 2 этапа. Только 12 лучших команд проходят в финал. И в январе, 20 января, уже состоится финал. Это не только борьба за кубок, это еще и встреча со звездным ведущим, который приедет к нам из Москвы, это известный телезнаток, который проведет игру для наших лучших городских команд Иваново. Стильный дизайн, мягкие кресла, современные экраны, а также гибкая ценовая политика и удобное приложение для заказа билетов. Все это кинотеатр «Люмонфильм». Смотрите премьеры здесь. С 20 декабря в прокат выходит, наверное, один из самых ожидаемых русских фильмов. Это «Полицейский с Рублевки». Новогодний беспредел, так называемый фильм. То есть это будет, наверное, очень такая веселая, заводная комедия, да, которая, в принципе, всем поднимет настроение перед Новым годом. И я думаю, есть очень много поклонников сериала, которые смотрели этот фильм из-за харизмы актеров. Вот. То есть, ну, просто всем сходить, посмотреть, поднять себе настроение перед Новым годом. В грядущие выходные открываются все резиденции Дедов Морозов, которые не были открыты до сих пор. Зимние волшебники ждут маленьких ивановцев и их родителей на площадках всех торговых центров города, а также в Центре культуры и отдыха города Иваново. В Родниках 23 числа в воскресенье стартует конкурс «Настоящий Дед Мороз». Приедут зимние волшебники со всего региона и привезут с собой команды, состоящие из сказочных персонажей и снегурочек, конечно же. Будут мастер-классы, творческие
творческие мастерские, а также множество спортивных мероприятий и много всего интересного. А еще костюмированный бал и дискотека. Начало в 11:00 у Дома культуры города Родники. Это будет очень интересное мероприятие. Настоятельно рекомендуем посетить. Также там определят лучшего Деда Мороза диджея. Ивановский драматический приглашает театралов на новые постановки на малой сцене. Актеры в шаговой доступности, непередаваемая атмосфера игры и погружение в сценарий. В таком необычном для нашего города формате артисты исполняют два спектакля. «Сон об осени» современного модного драматурга Юна Фоссе и классику Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского». Кто еще не был, сходите обязательно, не пожалеете. Это необычно, конечно, для зрителя, который привык видеть действия на сцене на значительном расстоянии. И совершенно здесь другая подача материала. Здесь атмосфера комнаты, близости, атмосфера сопричастности. Поэтому это, конечно, необычно и немножко по-другому настраивает не только настроенческий, но и мыслительный процесс. 23 декабря мы ждем всех на праздничное открытие в горнолыжном комплексе «Миловка», город Плес. У нас будет праздничная программа обширная. Это конкурс от ведущего, музыкальный сет от диджея, скоростной спуск для взрослых. Также программа для детей в ресторане, праздничный салют. Начало в 12:00 и до 19 вечера мы будем с вами. Приезжайте, будет очень весело, несмотря на мороз. Сейчас настоящая зима, и это очень круто. Но еще парочка приглашений в завершении нашей программы. С 21 числа в Координационно-методическом центре на улице Карла Маркса будет открыта выставка народных промыслов и ремесел. Свои работы представляют 13 мастеров со всей Ивановской области. Это и ткачи, и гончары, и мыловары, также специалисты по бисеро- и кружевоплетению. В конце выставки будут объявлены победители, трое лучших. Еще одна выставка будет открыта в Фурмановском районе. Свои художественные работы представят мастера со всего района. Она традиционная, но от этого не менее интересная. Я надеюсь, ваши выходные будут насыщенными, и вы найдете время для того, чтобы купить подарки родным и близким. Веселых выходных. До свидания.